Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить очень вкусный, интересный и простой салат из крабовых палочек. Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Крабовых палочек грамм 100, 1 средняя морковка сырая, грамм 50-70 натертого сыра, 2 отварных яйца, половинка маленькой баночки кукурузы, соль и майонез. Приступаем. Первое, что необходимо сделать, почистить и натереть морковь на крупной терке. К натертой морковке добавляем натертый сыр и майонез. Все хорошо перемешиваем. И это будет первый слой в нашем салате. Следующим слоем идет мелко нарезанные крабовые палочки. Сверху хорошо смазываем майонезом крабовые палочки. Яйца натираем на крупной терке. Этот последний слой, яичный, верхний, мы его не смазываем майонезом, оставляем его таким вот пушистым. Если кому-то будет майонеза мало в этом салате, вы всегда его можете добавить к себе в тарелку. И теперь аккуратно по краям выкладываем кукурузу. Ну вот и все, салат готов. Он очень простой, но тем не менее он украсит не только ваш обеденный стол, но будет отличным вкусным сюрпризом для ваших гостей на вашем праздничном столе. Надеюсь, что этот салат вам понравится, а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался, и мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!